Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь чуть леса, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому мне все равно, чью я комнату тайком желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чьих невольница ты, иди, зачем тебе охотиться на людей? Крестик на моей груди, на него ты погляди, что к тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чьих невольница ты, иди, зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла, то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он, наплевать тебе. И ты попала к настоящему колдуну, он загубил таких, как ты, не одно. Словно кукла и час ночной, теперь он может управлять тобой.